Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом предоставления налогового вычета в связи с оплатой медицинских услуг для родственников. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик оплачивал медицинские услуги, которые оказывались родителям супруга. Соответственно, возник вопрос, можно ли получить вычет по НДФЛ на основании положений статьи 219 Налогового кодекса. Минфин, рассматривая данный вопрос, указывает на то, что вычет при оплате медицинских услуг для родственников предусматривает конкретный перечень лиц, в отношении которых должны оказываться услуги. В данном случае речь может идти о самом налогоплательщике, о его супруге, либо о родителях налогоплательщика. При этом Минфин обращает внимание, что статья 219 Налогового кодекса, а именно подпункт 3 пункта 1, не предусматривает предоставление вычета в связи с оплатой медицинских услуг для родителей супруга налогоплательщика. В этой связи Минфин приходит к общему выводу о том, что в такой ситуации налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется. Таким образом, налогоплательщикам необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.